Сегодня вы узнаете 5 интересных фактов о Статуе Свободы. Статуя Свободы – подарок американскому народу от народа Франции в знак дружбы, сложившейся между странами в годы Американской революции. Памятник изготавливали во Франции. Для того, чтобы перевести статую через океан, ее разобрали на 350 частей и погрузили на французский фрегат «Изере». Сложность операции заключалась в том, что вес статуи превышал 150 тонн. Уже на американской земле ее сборка и установка продолжалась 4 месяца. В правой руке, высоко над головой, леди Свобода поднимает факел, а в левой руке держит табличку с надписью «4 июля 1776 года». Дата подписания договора о независимости Соединенных Штатов Америки. Статуя вполне могла оказаться в Египте вместо Нью-Йорка, ведь у автора монумента были и такие планы. Предполагалось установить ее в виде гигантского маяка на входе в Суэцкий канал в городе Порт-Саид, но договоренности по этому проекту добиться так и не удалось. Прообразом Статуи Свободы, как считают искусствоведы, была известная французская натурщица Изабелла Бойер, вдова Исаака Зингера, основателя фирмы по производству швейных машинок. Статуя Свободы часто появляется в кадрах различных фильмов. Создатели «Титаника» также сняли один эпизод на фоне знаменитой скульптуры и допустили историческую ошибку. В фильме статуя имеет знакомый нам зеленоватый оттенок, но в 1912 году, во время событий кинодрамы, медь монумента еще не окислилась и была благородного металлического цвета.